На основании прогноза гидрометеобюро Биробиджан в период с 30 августа по 1 сентября на территории автономии ожидается штормовое предупреждение, вызванное обильным выпадением осадков в виде дождя с грозами, а также усиление порыва ветров до 27 метров в секунду. Главным управлением МЧС России по Еврейской автономной области организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, с взаимодействующими структурами по выполнению комплекса превентивных мероприятий. В частности, хотелось бы убедительно попросить жителей автономии соблюдать меры безопасности в период прохождения и действия данного штормового предупреждения, а именно воздержаться от поездок на личном автомобильном транспорте в связи с обильным количеством осадков, видимость на дорогах уменьшается. Также обращаемся к пешеходам, что ввиду малой видимости необходимо соблюдать меры безопасности при переходе автомобильных дорог. Также, если вас порывы ветра застали на улице, необходимо покинуть возвышенные места, воздержаться от нахождения вблизи высотных баннерных сооружений, рекламных щитов, деревьев. Мы имеем опыт, когда порывы и ураганный ветер ломает наши тополя. Соблюдать полностью весь комплекс предупредительных и мер безопасности. В случае возникновения необходимости привлечения пожарно-спасательных подразделений, необходимо обращаться по телефонам 01 101 либо 412 00.